Ну что ж, дорогие товарищи, давайте поиграем все-таки в последнюю миссию компании. С нами теперь товарищ, Дед Медвед, и товарищ Икс, да. Компания для гринда имперских сундуков. Имперских? Какие-то особенные? Ты сейчас роль неофита, да? Слушай, я не понимаю, какие сундуки же одинаковые все? Императорский, может быть? Имперских я не помню. Или императорский. Видишь, да, понял же, о чем я говорю. Ну, меня заклинило сначала, да? Эхо-муха, как я Чё сюда попал? Как мне отсюда выйти? Я застрял в текстурках. Ёб твою мать, а? Что мне делать? Умереть. В смысле? Я не могу отсюда выйти. Я слишком большой. О, вышел, ура! Я просто спустился. Мы нашли у них баг. Супер. Ладно. Блин, ты меня заманил. Я Я, помню. короче, встал спиной и ударил, и назад отпрыгнул, и он вышел. Я просто пролез. Эта штука меня бьет. Там где-то книжка может есть, но я не уверен. А, нет, скорее всего, она в другую сторону улетела. Так что мы потеряли книжку. А я вот и полез, попытался вспомнить, где-то она тут лежала. Блин, я столько черепов сожрал, а вот в обидно. Опасность. Да. А чё, обидно? А, тоже. Это все было, все страдания были напрасны. Да. Это булава, хрен поймешь, как ей пользоваться вообще. А зачем пользоваться булавой? Что-то все пошло не по плану. Да он что-то ей махает, крутит, не поймешь. Вроде нажимаешь ударить, а он начинает сначала размахиваться ею. Цепная? Да. Надо было рапиру оставить. Рапира единственная играбельная. Да, я вроде прошел всех четырех лордов. С этим, ну, с этой размахивалкой нормально я было. Первый раз ее взял, пока просто не привык вообще, как ей ну, да. пользоваться. Походу к ней надо понять сначала, как она работает. Но уворачиваться в любом случае нужно сильно. Что? Нет, он не возьмет. Дебил. Дебил, да. Можно, давай его кикнем. Но уже туда не залезть надо. Слушай, а это же тот же самый гном к нам пришел. Да. Ёб твою мать, а? Опять этот пожиратель аптечек к нам вернулся. Можешь кикнуть его? Можно его кикнуть? Можно. Мобов-то нет, я не могу продлить череп. Сейчас меня стукнет за это. Да, не распустить группу. Как его кикнуть? Это вообще возможно в этой игре? А я вот и пытаюсь понять. Тап. А, это, наверное, с модами возможно. Почему у него написано закрыто? Профиль закрыт. Я вижу. А, понятно, это профиль закрыт у него. Да, ну в любом случае я не хост.
В общем, видите, аптечки подбирайте. У нас гном-пожиратель аптечек с нами играет. Да. А, благословенный варп. А что? Нет, я нормальный. Ща тебя за ересь казнят. Прицелься, да? О, черепа, черепа, черепа. Где черепа? Где черепа? А бочку лучше. Лучше другую. Не знаю, вот дред собрал, а я пока еще нет. А просто дадут рамочку. Красивый. Мне еще где-то Dread Atlas прислал код из Homeworld Mobile на активацию нового бэджика, ну, типа, для фанатов игры. Да. Я такой на этот код посмотрел, думаю, чуть мне даже не хочется его активировать, смысл? Да. Супер бонус. Черепа. Шки-ниндзя. Будет 3 дня. Я, кстати, не удивлен с тем, что коллекционные издания, да, проблемы возникли с доставкой. Потому что я не знаю. А тебе давали ранний доступ к World Mobile? Так, покупать было коллекционные. Что такое, да? Мне ничего не давали. Мне давали, но я не мог им воспользоваться, потому что у меня телефон слабоват был для этого. А. Слишком слаб для этого дерьма. Так можно эмулятор поставить. Блин. Горите, горите, ясно. Можно, но когда давали этот код, я об этом не знал, или не подумал, или что-то в этом роде. В общем, было не так актуально. О, загубленное искусство. Ты где его нашел? А вот, вижу. А он пометил. Собака. А, епарасоте. Задушнили меня. Кстати, на днях был день душнилы. Ты поздравил? Душнил. Меня не поздравили. Да, у тебя есть? А, стой. А, у тебя. Спасибо. Аптечки подбирайте, а то тут гном рядом. Да. А он уже подобрал. А нет, или да, не понял. Во всяком случае, он подошел, и аптечка исчезла. Ну она же в руках, вон, у Треда. Да, у всех есть. Че по аптечке? Мобы вы где? Мне надо срочно. О, череп. Ну что, за книжкой? Кому-то дать? Вы пофиксили, что ли? Не знаю. Я, по-моему, один раз там пытался. А,
Пойду за книжкой. Мобы. Где что, вы? Беги вперед. Вон какие-то звуки непонятные уже. Да, звучат. Только не успею. Дебаф, X3. Кайф. Какие нафиг щиты? Чё это за фигня? Это новое. Ну ладно, магии все равно, к счастью. Ни хрена меня пробила. И опять основа. Никогда такого не было, и вот опять. Ладненько. Да я тебе помогу, да? Can I get the heal pot? Что? Да бери. Он хочет, чтобы дал ему хил. Мы типа внушили ему, что он слишком сильно, слишком быстро забирает всякую херню. Какой-то глаз получил. Быстрее, что кончается из-за этого? Судя по всему. Да, спасибо. А мобов больше нет, видимо, да? Да. Там какое-то может быть ускорение даже, но непонятно. В общем. Злобный баф. Вот у меня сейчас. I need some school. Дебаф, да. Не, скул. Не шушул, а скул. Ой, блин. Маджишил. Это было быстро. С крысой так не будет. И жене кусок загубленного искусства. Ага. А ему тролль прибежал. А тут аптечки и черепа. Сейчас за книжкой побежу.
сзади он. А что ж ты не стреляешь? Хватит на меня плевать, я могу даже выйти отсюда. Пошли за книжкой. Шли. Хоть какую-нибудь добудем. Мелочь, а приятно. Сейчас. У тебя есть аптечка? Нету. Забирай. Тогда. И теперь у тебя тоже нету. Ни у кого нет. Ура, мобы. Обезут, что ли? I feel the wind writhing, Blight Stormer. Тут аптечки, если что было. Вот тут вот. Идем, Хикс. Праведный гнев инквизиции. Мне надо бежать, иначе меня сильно ударит, я не хочу. Мобы, вернитесь, все прочь. Сейчас будут. Чё, уже будет. Похмелье началось, да? Начнется, еще половина осталась. Ну давай. Блин, так обидно, и столько черепов я подобрал в прошлой катке, а? Ну прям, мне кажется, я там всю сотню они собрал. Они не считаются, что ли? Нет, ну, если не пройти, то нет. Тут же старые схемы. Старые схемы почему-то бонусов. Не успел. Получу по жопе за это. Медленный. Не знаю. Он же очень быстрый класс, в принципе. В каких-то местах он весьма тупит. Особенно, когда надо книжку подбирать. Иди, блин, лечись там, что-нибудь делай. А здесь можно упасть с мостика? О, божественный варп. Ага. Не, а, по-моему, нет, здесь коридор. Мутнение. А Дарктайт у кого-нибудь из вас есть? Есть. У всех. Вот последний патч, он или предпоследний, там что-то они сломали, так лагать начало. Да. У всех товарищей, у кого ты играл. И у меня тоже. Какие-то фризы. Даже на хороших видюхах все равно какой-то кошмар был. Угу. Может, они починили, я не знаю просто.
ёб твою мать. Ай, меня ударили. Я потерял сознание. Меня сейчас крысы грызут. Рататуи набежали. Я тут с этим рататуем немножечко. Надо же, надо же! Гном подобрал этот фолиант. Да когда такое видно? Он случайно. Ай, блин. Он подумал, что это аптечка, да? Причем тот же слот вроде, да, но нормально. Нахер визия. Спасибо. Это в этот раз гораздо проще все получилось. Да, не тупили. А это вообще какая сложность? Третья. Третья, да. Так. Это все объясняет. Ощути его, да. Ой, здрасте. Ну, спасибо. Так, это там. Да где это прыгающая крыса? Так надо разойтись по углам просто и, ну, как бы, по два на север, два на юг, типа того. Отмечать бы просто его и все. В том числе и отмечает, да. Вот, чуть побили, он уже отошел. Мелкий, идите отсюда. Где это тварь? А, вон там. Ничего. Да нафиг. Они это раньше что, разворачивались назад? Вот сюда бежали просто. Это как Deep Rock Galactic, да? На точку эвакуации бежим. Да-да-да. Очень советую Helldivers. Там тоже есть точка эвакуации. И очень мемно. Смотри, смотри, зовет нас на тонущий корабль. Да-да. Тонущий. Это великолепная игра. Но игроков уже не могут собрать на выполнение тех масштабных задач, которые ставили ранее. Ну они ставят их по тому, как оно на релизе было, а так, естественно, ни в какой игре не будет. Я вот играл, когда вчера, позавчера, там 50 тысяч на одной планете был. Нормально, по-моему. Да и по Steam можно посмотреть, какой там онлайн. К счастью, Steam показывает, в отличие от других городских мест. Thank you.
У них, видимо, онлайн-то хороший в Steam, они хотели затащить, ребят. О, у нас по PSN будет играть там на... Сколько это? 50 тысяч больше. Надо. Статистика. Да. Там наши с вами разрабы говорили. Вы это самое, ставьте дизлайки, возвращайте, говорит. Нам, говорит, проще будет с Sony-то договориться. Видимо, договорились. О. Все, кампания пройдена. Да. Икс. Да. Это на какую-то ачивку? Нет, просто чтобы пройти, прощупать все карты. Ну и заодно подточить Сальспайра. Вот. Не, этот Сальспайр сильный. Вообще все, в принципе, кроме вот этого, который без хп бегает, мне он не нравится. Ну, какой-то странный. А не, он то как раз таки, когда без хп, он как, буквально фанатик из Dark Tide. Ну я в Dark Tide псайкером играю. Ну понятно. Ну это же Сиена буквально. Ну да, да, есть такое. Самое кайфное, что там можно взять 4 Сиены. Это такой кайф. Окейшки. Ну что, дорогие радиотелезрители. Спасибо за то, что были с нами. Лайки, подписки, шары и прочая фигня. Вам приятно, нам полезно. Вот. А Хиггс, будешь продолжать? Ну, если есть желание, как хочешь. Нет, можем я заканчиваю на сегодня. Завтра еще хороший день. Так что. Понял.